Всем привет, на связи Давид Резаев. И сегодня у нас будет поистине уникальное видео. Хочу вам показать с агрегатора Т-банкрота топ-лотов, которые можно купить до 1000 рублей. На торгах по банкротству часто банкротятся банки, и у них на балансе числится оргтехника и серверное оборудование, которое стоит очень много денег. Итак, друзья, вашему вниманию хочу представить торги должника ООО Про Бизнес Банк. Друзья, у них на балансе числится очень много мини-принтеров Epson TM-U950. И продаются они сразу по 4 штуки. Обратите внимание, у нас сейчас идет публичное предложение. Старт идет всего лишь 969 рублей 30 копеек. И последняя цена будет 387 рублей 72 копейки. Давайте посмотрим рыночную цену этих мини-принтеров. Заходим в Яндекс. Пишем Epson TM-U950. И что мы видим, коллеги, даже на том же сайте Авито, где продается бэушная техника, мы видим, что данный принтер стоит 12 тысяч рублей. Давайте считать прибыль. Минимальная цена, по которой возможно купить аж 4 штуки, уже ниже 1000 рублей. Покупаем за 1000 рублей 4 принтера, продаем их по 5000 рублей, 20 тысяч рублей вы уже зарабатываете только на этих мини-принтерах. И что самое главное, данные мини-принтеры очень часто встречаются на торгах по банкротству. Это мы можем проверить на агрегаторе Т-банкрот. Вбиваем в поисковике Epson TM-U950, нажимаем кнопочку «Поиск». И, друзья, обратите внимание, этих принтеров у нас очень много. Вот обратите внимание, лот 59, лот 60, 61, 62 и так далее. Это все принтеры Epson. Присоединяйтесь в сообщество аукционных брокеров. Нам нужны профессионалы, чтобы завоевывать данный рынок. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, бейте в колокол. На связи был Давид Резаев, Национальная ассоциация аукционных брокеров. Пока-пока.